такое подводник? Нет? А знаете, может быть, что-то про подводные лодки? Да. Да? Ну-ка расскажите мне. Они плавают под водой. Могут даже больше 1000 лет находиться. Подводные лодки, они сделаны из железа, и там есть баллоны с воздухом. А знаете, что такое подводная лодка? Да. Да? Да? Ну расскажите, что знаете про подводную лодку. Как она выглядит, возможно? Зачем как это? Рыба. У них такие водолазные костюмы. Шлем. Чтобы они прицепляются как-то к лодке, и из подводной лодки идет воздух им как-то внутрь. Предположи, зачем она нужна? Зачем люди ее создали? Она же погружается зачем-то на дно. Чтобы посмотреть подводную красоту. Как вы думаете, вот какой у них обычный день? Что они делают там на своих подводных лодках? Изучают всякие моря, рыб. Там есть такие отсеки. Чтобы погрузиться под воду, туда заливается вода, а если воду заканчивается, нужно всплывать, они опять воздухом заполняются. Они работают на атомных двигателях, там холодильники стоят, каюты есть маленькие. А как вы думаете, вообще человеку под водой в этой подводной лодке каково? Не очень, у него там, ну, то, что под водой находишься, там мало пространства, сжато. А как думаешь, что они там едят? Что они с собой берут? Рыбу. В аквариумах не все могут быть рыбы. Да. А опасные только могут быть под водой. То есть они опасных изучают, они интересны? Да. Ну, там сделана там кабина для пассажира, если экскурсоводная лодка. Не только может быть экскурсоводная. Один там... Человек может смотреть в иллюминаторы, там, когда у него перерыв, а другой за рыбой. Она похожа на квартиру, на обычную? Ну, чуть-чуть, да. То есть она такая же вот квадратненькая, да, как у нас? Нет. А какая? Она круглая и меньше. Круглая, маленькая квартира. Ну, можно и так сказать. Есть еще, который управляет подводной лодкой, следит, наверное, за воздухом. Маша, а ты что знаешь о подводных лодках? Ну, то, что они тоже под водой плавают, то, что там можно, ну, может, они рыбу там едят. Хорошо. Да, а как думаете, вообще зачем им вот под воду спускаться? Что они там делают? Чем занимаются? Они исследуют мир. Каждый новый день!